Заморозки, понижение температуры ниже 0 градусов Цельсия в приземном слое атмосферы высотой до 2 метров или на почве вечером или ночью при положительной температуре воздуха днем. В центральных областях европейской части России последние весенние заморозки часто наблюдаются в конце мая, начале июня, а первые осенние заморозки возможны в начале сентября. Период года от средней даты последнего весеннего заморозка до средней даты первого осеннего заморозка называют безморозным периодом. В конце весны, летом или в начале осени заморозки часто носят мозаичный или спорадический характер. Характерными признаками заморозка являются иней лед на лужах.